Одна из самых дорогих пород собак. Посмотрим. В современном мире встречается бесконечное множество пород собак. Все они абсолютно разные и не похожие друг на друга. Существуют собаки для души, которые не требуют чрезмерно сложного ухода, для охоты, для охраны жилья. Не стоит забывать о собаках-поводырях, работающих в полиции и МЧС. Но, безусловно, в первую очередь собака – это лучший друг человека. Кто-то видит товарища в дворняжке с улицы, но другие хотят собаку от пользующихся популярностью заводчиков с родителями-чемпионами или попросту дорогую породу, чтобы было чем хвастаться перед знакомыми. Порода Левхен. В 1969 году львиная собака находилась в книге рекордов Гиннесса как самая неплотная порода собак в мире. Они были популярны в начале 18 века и сохраняли свой статус до 19 века. А к началу 20 столетия они вышли из моды, на замену им пришли мопсы. Средний рост в холке составлял до 38 сантиметров, вес до 6 килограмм. Хоть порода и считается декоративной, с ней не получится целый день отдыхать лежа на диване. Они очень активные и игривые, им необходимо много движения. Они хорошо ладят с другими животными, но лишь при условии, что те не обладают волевым нравом. Они любят быть лидерами. Из-за того, что прирост щенков не более 1000 в год, стоимость собак чрезвычайно высока – около 8000 долларов. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока!